Стоимость полиса обязательного медицинского страхования в этом году осталась неизменной – 4056 леев. Все так же до 31 марта его можно приобрести со скидкой в 50% и 75% для владельцев земель сельхозназначения. Зато существенно возросла стоимость медицинских услуг. Например, в 2-4 раза повысились цены на анализы, консультации специалиста и профилактические процедуры. Стоимость медицинских услуг увеличилась, но для лиц, которые являются застрахованными, на них это повышение стоимости не скажется. Скажется только для тех лиц, которые не являются застрахованными, либо для тех лиц, которые не соблюдают процедуру прохождения от семейного врача до узкого специалиста. Даже несмотря на то, что незастрахованный пациент будет платить в разы больше, ждет его еще одно новшество, если он все-таки решится приобрести полис после 31 марта. В кодексе о правонарушении предусмотрена ответственность при неуплате взносов в обязательное медицинское страхование за соответствующий год, соответствующий период. Да, существует такая ответственность, она предусмотрена, и те лица, которые не оплатили взносы в обязательное медицинское страхование на соответствующий год, влечет за собой административную ответственность и налагается административный штраф в размере от 15 до 33 условных единиц. И с этого года условная единица тоже подорожала, получается, она условная единица составляет 50 леев. То есть после 31 марта можно приобрести полис, никому не будет отказано, но стоимость полиса уже будет составлять 4056 леев, плюс пеня 0,1% за каждый день просрочки от суммы стоимости полиса и административные санкции. И стоимость и действие полиса начинает действовать через 7 дней после покупки. Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать полис. Безработным и социально уязвимым гражданам стоит узаконить свой статус, встать на учет в агентство занятости или управление социальной защиты. Таким категориям граждан полис будет выдан бесплатно на определенный период времени.